В этом году более 150 ведущих производителей и дистрибьюторов ювелирных украшений представили широкий ассортимент изделий из золота и драгоценных металлов, бриллианты и драгоценные камни, эксклюзивные дизайнерские украшения, изделия серебра, посуду, оружие и сувениры в ювелирном исполнении, бижутерию и модные аксессуары. Хочу также поблагодарить за участие в этой выставке, за работу с нашей компанией, за работу в нашем городе. Надеюсь, что эта работа будет для вас эффективной, эти дни, проведенные в Сочи, будут для вас удачны с точки зрения отдыха, вы действительно отдохнете и поработаете. Для специалистов ювелирного дела подготовлена интересная деловая программа. Ежедневно в 12 часов во время работы выставки будут проходить авторские семинары и мастер-классы по наиболее актуальным аспектам ювелирного бизнеса. Ведущий – доктор технических наук, профессор, автор многочисленных книг Нона Дронова и члены Союза художников России. Для компаний-участниц выставки пройдут конкурсы ювелирного мастерства в 8 номинациях. Посетители, в свою очередь, уже оценили цену и качество. Ассортимент представлен очень богатый, разнообразный. Пришла только недавно, поэтому то, что хотела купить, еще не нашла. Подыскиваю. Есть несколько предложений, которые можно было бы рассмотреть. Ежедневным, но от этого не менее интригующим событием на выставке станет розыгрыш ювелирных изделий. Для участия в нем нужно просто купить входной билет, который одновременно является лотерейным, и в 17:00 испытать свою удачу. Финалом выставки 12 августа станет розыгрыш суперприза. Павильон открыт для посетителей с 11 до 20 часов. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.